все новости. Либо Реал Сосьедад. Анатолий Карпов Каспаров сейчас проживает в США и работает с той стороны. 31 марта 2018 года, 22 часа 35 минут. Футбол. Чемпионат мира по футболу 2018. 12-й чемпион мира по шахматам. Депутат Госдумы Анатолий Карпов прокомментировал слова российского шахматиста Гарри Каспарова, который призвал иностранных политиков к бойкоту ЧМ-2018. Такие спонтанные решения достаточно характерны для Гарри Кимовича, он сейчас проживает в США и работает с той стороны. Вопрос коренной состоит в том, что отравление Скрипаля Англия изначально приписала России. Буквально на следующий день, без проведения расследования, все было ясно, это чисто политическая акция, которая кому-то нужна, к ней присоединяется с разных сторон. И Каспарову это, видимо, тоже сейчас нужно. В целом, я думаю, что акция по срыву ЧМ-2018 в России провалилась. Желание было большое – отобрать у России право на проведение ЧМ-2018, но масштабная акция провалилась. Сейчас будут действовать по мелочи, цитирует Карпова, Рамблер, со ссылкой на Национальную службу новостей. Шахматист Каспаров призвал бойкотировать ЧМ-2018. Источник, Национальная служба новостей, сообщить об ошибке комментариев.